Ну а активисты Общероссийского народного фронта в Тюмени провели детские площадки, на которые жители жаловались в соцсетях. Две из них на улице Комбинатской посетили сегодня вместе с представителями прокуратуры, управы и управляющих компаний. Эти площадки вошли в красную зону списка активистов народного фронта. В нем 55 адресов и 70 объектов. Красным отмечены те, что находятся в неудовлетворительном состоянии. Желтым – в удовлетворительном, зеленым – в хорошем, но не идеальном. По результатам проверки, ни одна из 70 площадок не соответствовала ГОСТу. У активистов есть видение, как привести объекты в порядок. Первая прокуратура проверяет содержание площадок и обеспечивает контроль того, чтобы средства расходовались надлежащим образом, чтобы велся четкий контроль по ремонту и замене МАФов. Это первое. Второе. Благоустройство тех площадок, которые на сегодняшний день подпадают под программу благоустройства. Те площадки, которые находятся в муниципальной собственности, они должны, естественно, подпадать под программу ремонта. На следующей неделе активисты Народного фронта в том же составе планируют приехать на объекты, которые уже приведены в порядок, чтобы, по их примеру, довести до соответствия остальные игровые зоны.